Знаменитая клетчатая кепка, овации, цветы. В эти дни с гастролями в Санкт-Петербурге легендарный клоун Олег Попов. Народный артист СССР участвует в большой программе на манеже Государственного цирка на Фонтанке, для которой он приготовил 8 номеров, как классику, так и те, что вообще не исполнялись в России. Примерное представление состоялось накануне. Накануне в финале Олега Константиновича поздравил телеведущий артист Александр Олешко и вручил ему специальный приз международного детского конкурса фестиваля «Цветик-семицветик» в номинации «Спасибо». Кандидатуру Олега Попова одобрили в ходе голосования и дети, и взрослые. Президент этого фестиваля всецело поддержал этот выбор, потому что Олег Попов – это солнце, Олег Попов – это доброта, Олег Попов – это особая философия клоунады, если хотите. И, конечно же, это очень добрый, с улыбкой юмор, которого нам сейчас очень и очень не хватает. И во многом благодаря Олегу Попову я стал артистом, потому что в моем детстве он в манеже подарил мне маленькому мальчику шарик. 85-летний артист долгое время живет в Германии. Первый раз побывал на родине прошлым летом в Сочи на вручении международной премии «Мастер». Выступление в Петербурге, по словам самого Олега Константиновича, стало для него вторым дыханием. Он очень благодарен питерской публике за теплый прием, особенно маленьким зрителям.